Всем привет, у нас сегодня второй день, мы сегодня не супер рано встали. И мы ходили на пляж, покупались, позавтракали, пообедали, сходили на встречу с гидом. Там у нас была пресс-курсия, вообще, в принципе, какую-то информацию. И сейчас мы отправились снова на пляж, потому что вчера мы три, по-моему, раза сходили на наш пляж. Сейчас мы собираемся, идем, точнее, уже на пляж, который находится с другой стороны. Красивые домики прям европейские. Даже вчера мы видели европейскую такую кафешку, там прям такое все эстетичное, прям, знаете, вот как новое такое на Бали. Ну, как-то вот так вот все тут выглядит. Тоже походили, пошастали по разным улочкам. Ну, не особо много вот там вот спереди. Вообще чувак несет что-то на голове. Собаки вот бегают. Ты что, полей не видел? Такой вот тут спуск, что-то мне не нравится, я сейчас скользить буду. А у тебя не скользят тапки? Так ты будешь скользить, как спуск. Собрать уже вещи, сложить чемодан и отправляться скорее к мечтам. Жизнь на чемоданах, самолеты, поезда. В жизни цель, а путь, и так было всегда. Бежит странствующий человек, и ты не дух, не там. Ты везде суч в порыве этих стран, этих стран. Друзья разбросаны по городам. Встречать рассвет пора, каждый день новый город. И это твой дом, столько всего было и еще. Будет благодарность этому миру, нестандартен путь мой. Yeah! Жизнь на чемоданах, самолеты, поезда. Жизнь не цель, а путь, и так было всегда. Вечно странствующий человек. Ну что ж, друзья, мы купили вот такой лоток клубники, я тут уже съела немножко. Он подается, прикиньте, на банановом листе. У них вообще, в принципе, принято на банановом листе подавать еду. А сейчас делают тарелки из бананового листа, но тут, видите, как вообще, ну просто, как они же офигенно соблюдают свои традиции. Такой интересный факт, что здесь я хожу в большинстве случаев без трусов, потому что, не знаю, просто хочется классно, в юбке ходишь и все. И при том, что у меня сейчас месячные, это не мешает мне так ходить, и это очень круто. Сегодня мы идем на пляж Вагатор. Плюс, наверное, сходим на Форт и идем в Джуси Центр. Ну и, в общем, может быть, еще сходим на пляж Чапора. Посмотрим. Да, вот тут очень красиво. Я странствую, открываю, новых людей встречаю. Хорошо это или плохо, я не знаю. Одно лишь только понимаю, что мир огромный изучаю. Всем добрый кринж, мы вчера отдали, и у нас еще выключили электричество, нет ни интернета, ничего, абсолютно нам где-то через 15 минут идти на завтрак, кстати, у нас довольно хорошие завтраки. Я абсолютно не знаю, что мы сегодня будем делать, потому что мы планировали пойти на еще один пляж, но с тем, что у нас все еще это все валит, даже не знаю. Наши соседи. Ну, похуй. Такой вот у нас вид с балкона. Воняет чем-то на улице какой-то гарью каждый день. Что ты угораешь? Куда я пошла? Спрашиваешь. Я пошла сюда. Короче, пока мы сидим и ждем, пока индекс ультрафиолета немножко спадет. Подсушка тут есть, но чтобы вы понимали, я вот так вот стою, голенькая. В общем-то, чему меня научила Индия за последние дни? За все то время, что мы тут находимся? Это тому, что как же люди все-таки работают? Как же часто люди здесь слышат слово «нет»? Ты идешь, тебе предлагают там, купи мороженое, купи у меня там платье, посмотри там у меня еще что-то, сувениры, еще что-то. И сколько раз они слышат «нет»?
Это просто. И в такие моменты становится очень жалко людей. Сначала, когда приехала, почему-то у меня, хотя наоборот, просто я уже сейчас больше знаю про карму и все такое. И я только все отвечала нет. Но, блин, когда видишь вообще, сколько они все работают, и как же мы с вами избалованы отчасти, в том числе и я, что, типа, я не буду там работать на какой-то работе или что-то еще, или для меня слышу слово «нет», для меня было бы это очень больно и очень некомфортно. Тут шумит, что-то шумит тут, и тут еще камера. То есть сейчас кто-то видит меня голой, по факту. Кто там сидит за камерами, неловко вышло. Что-то я не подумала. В общем-то, Индия многому учит, и это очень интересная страна, но мне, в принципе, тут нравится, но тут не особо как бы безопасно, вот. Хотя, может быть, это просто окажется, потому что у меня есть знакомая, которая, ну, в принципе, намного где одна ходит. Ну что ж, не знаю, прям реально, вот люди работают, очень большая конкуренция, и, может быть, действительно, нам очень повезло, что мы родились хотя бы в России, а не в Индии. Но здесь такой климат классный, хотя мы вчера обгорели жестко, поэтому сегодня вообще никуда не можем пойти. Искупались, в душе и нормально. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы открываем вот этот вот балкон, и там воняет какой-то гарью. Это, конечно, не особо критично, то есть не как-то жестко воняет, но просто воняет, поэтому мы сидим с закрытой дверью. Еще вчера просто всю ночь, не знаю, до скольки утра, до 5 утра долбила музыка, и она была такая противная. Она была, не знаю, как будто бы, знаете, под нее танцевать, если только ты дунул там чего-то, то нормально. А так ты просто лежишь, просыпаешься ночью, так вот, типа. Мы встали где-то полчаса назад. Второй байк, утро. Вчера тут были жесткие дискочи, еще палатки вот эти практически все закрыты. Нравится ли мне жить в Аджуне? На самом деле не особо, потому что тут очень громко ночью, очень много людей именно местных, ну, то есть в плане из Индии. Бешеный вообще трафик тут. Сейчас вот еще спокойно, сейчас нормально идем, а потом вообще начнется дичь. Вот, потом попробую вам для примера показать, что будет, не знаю, вечером пойдем мы сюда или нет. Ну, вообще показать, как все изменится, но было все намного жестче. Ну, вот все только вот открывается потихоньку. Так, вот тут. Ну что ж, друзья, мы сегодня решили отправиться на пляж Чепора. Мы уже сходили, были за наше пребывание на пляже Анджула. Отвратительно немножечко. Ну, камни уже подсыпало, кстати, и более-менее. Потом... Вот, смотрите, человек. Потом мы были на Вагаторе, Азран, и так не дошли до Чапора, по-моему, так это называется, блин, ну, короче, сейчас, не помню, сколько времени... 11:38 по местному, и уже тут начинается какой-то движ. На Чапоре уже оживленный район по Google Maps. И, короче, я не знаю, что будет. Чем мы идем тут по такому пеку. Все обгоревшие за прошлые дни, путавшись в моих штанах, в моих шлепках. Я планирую здесь купить себе новые фирменные шлепки Adidas. Ну вот как-то вот так вот, что-то вот прям вот не пустая улица, так скажем, ты вечно шарахаешься, потому что нету тротуаров, нету ничего, ты просто вот так вот идешь. И, ну не знаю, как по мне, довольно красиво. Такая вот красота. Друзья, мы нашли первый в Индии, в Гоа, тротуарчик. Боже мой, я смотрела обзор, я думала, где же этот тротуар на Вагаторе. Ну вот он, собственно, вот он. Как прекрасно просто. Наконец-таки идешь нормально. Не знаю, как эта дорога будет продолжаться, но прям облегчение. Облегчение, когда ты идешь и понимаешь, что на тебя никто не наедет. И на этом спасибо. Вот они вот, блин, они такие люди, что им вообще пофиг. Ну вот они без шлемов там. Четвером, пятером на этом байке. Где? Ну там дети. Поле. Ну, короче, Вова говорит, что это школа. Тут написано, что чёрч, и типа вот оно вместе рядышком, дети орут. Короче, вот такая тут. Пипец. Остановитесь, пожалуйста.
просто мы тут идем. Вот что тут? Что тут происходит? Мне, в принципе, тоже, наверное, как и всем, что-то нравится в Индии, что-то не нравится. И в Индии остается только вот просто принимать такая, какая она есть. И с осознанием того, что ты ничего тут не можешь изменить. Люди так живут, и живут так нормально. Пишите в комментариях, как вам по моим блогам вообще Гоа, потому что говорят, что она очень отличается от самой Индии. И вот куда мы пришли. Вообще никого нету, тут морской порт и все. Так странно, тут просто вот пляж, он по факту заброшен. Вроде бы какие-то кафешки как бы были, но сейчас их тут нету. Вот просто посмотрите. Хотя вот зелень-то какая красивая. И мусора вообще сколько. Интернет. Мои подписчики просто зайки, они так любят ставить мне лайки. 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 Я такая хани, делаю мани, он за меня платит.